Черт возьми, Рекер, я чуть тебе в лицо не пальнул. От хвоста ты избавился. Полегче, Пак. Где тебя черти носили? После того, как передача данных пошла наперекосяк, я отправился сюда. Русские, да, спецназ, они то тут, то там. Дыши глубже, сынок. Информация у тебя? Да, да, у меня. Славно. Черт, уже светло. Нам нужно добраться до точки эвакуации. Ирландца видел? Я думал, он с тобой. Придется нарушить молчание. Могильщик 3, это могильщик главный. Где вы? Могильщик главный. Возвращаюсь с севера. Уже близко. Запрашиваю огневое прикрытие. Вас понял, ирландец. Мы вас прикроем. Рекер, готовься. Прикройте мой задник. Займи позицию у окна. Будем прикрывать ирландца. Не стрелять. Вот он! Ирландец, осторожно! Отцепись от меня! Рейгер! Враги в окнах напротив! Они меня прижали! Он еще появились, видите? Осторожно! Стреляю! Атакую! Еще двое слева! Валим их! Кто-то еще движется? Мы все крокнули! Чисто! Руку дай! Ты цел, ирландец! Твою мать! Могильщик, выдвигаемся! Крепость, это могильщик главный. Пакет у нас, но мы расшевелили осиное гнездо. Движемся к точке эвакуации. Вас понял, могильщик. Вертолет на подходе. Приведите отряд на позицию. Конец связи. Внизу, в атриуме. Они нас пока не заметили. Надо их сразу завалить. Отлично сработано, Маркич. Все целы. Вот наш выход. Рекер, поищи в контейнере взрывчатку. Сделай, чтобы в ушах звенело. Чудесно. Пошли. Могильщик главный. Это жар-птица 2-1. Мы на борту. Каково расчетное время прибытия? Прием.
Рад вас слышать, Хокинс. Мы приближаемся. Выводи своих парней на крышу. Не заставляйте меня ждать. Просканируешь сектор, Рек. Вон то здание. Это скорее половина здания. Да, две дымовые трубы прямо впереди. Видишь, Рекер? Давай, Рек, бинокль очень полезная штука. Точка эвакуации должна быть на юго-западе. Следите за своими секторами. Не спускай глаз с цели. Полегче. Пробираемся через двор, затем в сливную трубу. Эвакуация. Вот и мы. Цели указаний.
Понятно, атакуют. Рекер, как понял. Не бери в голову, мы все живы. Это самое главное. Чисто? Углы, парни. Мы наверх в этой хреновине поедем? Так быстрее всего. Да и искать другие варианты некогда. Это вы еще с террасы не смотрели. Думаю, я буду в полном восторге. Заткнитесь. Смотрите в оба.
Могильщик главный. Радар показывает противника в воздухе. Блять! Эй, понял. Помогите! Один! Вот падла! Встаем! Эта падла разнесет все тут нахрен! Бежим! Далеко еще! По-моему, это верхний этаж. Пригнитесь! Сейчас, бежим! Могильщик главный, где вас черти носят? Да, мы бежим! Давайте вперед! Скорее! Подождите! Пошли. Он улетает, да! Тащите к вертолет, быстро! Надеюсь, эти блядские данные того стоят. Быстрее! Залезайте сюда, здание шатается! С дороги, не подходите! Я потеряла управление! Понял, крепость! Пути! Где вертолет? Не знаю, я смотрю! Черт, нога! Жена меня убьет! Дан, дыши медленнее! Мы довезем тебя домой! С тобой все будет в порядке! Если полученные данные насчет адмирала Чана и русских подтвердятся, домой никто из нас не поедет. Кто-нибудь еще слышит первые аккорды Дикси? Ты только держись! Быстрее, Рэх! У Дана травматический шок! Так, что такое? Он потерял слишком много крови! Скорее! Здорово! Охереть, как здорово! Вон он летит! Рекер, сможем оторваться? Это, блядь, Рэх! Он потерял слишком много крови! Скорее! Где же эта падла? Куда он делся? Видишь его? Я не видел, куда он, блин, делся. Вот, вижу. Приготовиться. Быстрее! О! А еще б чуть-чуть. Поднажми, черт возьми. А заходит ли обстрела? Вот, блядь. Нет. Мочи этих мудаков. Бляха-муха. Защитная дверь. Поколдуй-ка, Бак. Секундочку. Дьявол! Херово! На крышу летим! Рек, иди за окнами и будь готов. Ремины ты захватил, Рек? На позицию! Они на балконе! Есть! Веду огонь! Оторвись, Бак! Быстрее! Не могу! Пусть подойдут ближе! Тут мы их не уложим! Удачи!
Что дальше, командир? Магазины поменяли, можно путь. Веду огонь. Есть. Теперь чисто. Давайте, парни, я закончил. Тут проще не будет. Здесь должна быть... Урок сведен. Патроны я... в магазине. А теперь что? Порядка, рэп. Он жив! Нам нужно убежать! Протестник, они его! Я за тобой! Не укрыться негде! Херовая была идея, Колик! Чем ты сдох? Делаю! Могильщик 4. Крепость на связи. Сюда! Направляемся к реке, там что-нибудь придумаем. Это главная улица. Вы слышали? Аллея налево, бегом! Хорошо, осторожней на углах. Будет нелегко. У нас легко не бывает. Ah!
Вы в порядке? Да, в порядке. Он за нами едет. Не стоим. Уже гражданская война какая-то. Блин, здесь все вышло из-под контроля. Это и вижу, понятно. Спасибо. Сюда. Помогите нам. Мы хотим добраться до реки. Нужна помощь. Заходите. Там внутри осталось немного взрывчатки. Спускаемся к воде и валим отсюда. Все чисто. Что у нас со временем? Плохо. Делаем ноги. Быстро! Гавань совсем близко. Скорее же, мы должны просигналить кораблю. Эй! У нас тут полно гражданских! Пожалуйста! Что он говорит? Думаю, они нам помогут. Пак, ты в норме? Ага, вполне. Крепость. Это Могильщик 4. Мы взяли гражданскую лодку. Это крепость. Вас понял, Могильщик. Это старое ржавое ведро еле тащится. Прием. Это крепость. По вам ведут огонь, Могильщик. Повторяю. Могильщик, по вам ведут огонь. Доложите же. Что произошло? Людей он не убивает, только приборы. Нам нужно отвезти их в безопасное место. Крепость — это Могильщик. Черт, сдохла. Посмотрите. Все эти люди и их лодки, как живые мишени. За нами! За нами в безопасное место! Владик, что творишь? Мы не можем их оставить, Пак. За нами! Мы доставим вас на Валькирию! Владик, ты в своем уме? Я в своем уме. За нами! За нами в безопасное место! Давайте! Давайте! Крепость — это Могильщик, ответьте! Прием! Крепость — это Могильщик, ответьте!